С именем Индуса Тагирова связывают развитие исторического образования в Казанском университете, Татарстане, да и во всей России. Работе в университете Индус Резакович отдал более 50 лет, успел побыть деканом исторического факультета и заведующим кафедрой отечественной истории. Профессионализм, необычайное трудолюбие, ответственность и преданность своему делу позволили ему стать выдающимся ученым. Поэтому неудивительно, что поздравить профессора с 80-летием собрался полный актовый зал КФУ. Огромное богатство нашего университета как раз заключается в людях таких, как Индус Резакович. Это пример поколению нашему, это пример служению, это пример преданности, это пример патриотизму и пример учительского воспитания. Глубокий исследователь истории, оратор, истинный патриот своего народа. Индус Тагиров стоял у истоков становления новейшей татарстанской государственности. Подробнее про заслуги ученого на государственном поприще рассказал глава Госсовета Республики Фарид Мухаметшин. Его мудрый совет, способность к анализу и предвидению событий, построение демократической Российской Федерации не раз помогали руководству Татарстана. Весом личный вклад Индуса Резаковича в разработку проекта декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан и основных положений новой Конституции. Как заметили многие присутствующие, лучше всего о заслугах Индуса Тагирова скажут его научные работы, статьи и монографии, посвященные татарской государственности. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Индусу Резаковичу крепкого здоровья и новых успехов. Диана Авакян, Роман Самарин, Универньюз.